Здравствуйте, мои дорогие! Что же у нас сегодня? По многочисленным просьбам мы еще на день даем возможность посмотреть все мероприятия, которые были в рамках фестиваля «Окно в мир». И это большое количество видео. Пожалуйста, не запутайтесь, найдите то, которое вы еще не видели. Еще сутки доступно. Что касается новых программ. Сегодня у нас выходит пакет, наш любимый, многими уже. Некоторые не успели, поэтому мы повторяем. Это пакет золотой. Там будет Фёдоровская икона Божьей Матери размером 30 на 40 сантиметров. Золотопробельное письмо. Отдельный курс, да, как научиться писать золотопробельное письмо. И уроки отдельно. Курс, мини-курс по объему маленький, но очень важный по значению о том, как творить правильно золото. Это очень серьезный, важный и нужный навык для любого иконописца. Поверьте мне, очень мало иконописцев умеет творить золото. Вы можете быть в их числе. Вот, мои дорогие, что касается еще некоторых приятных вещей. Завтра у нас состоится розыгрыш. Это отдельная история. Это среди тех, кто какие угодно у нас программы покупал в рамках этой акции. Это розыгрыш сувениров от Русской иконописной школы. Мы наконец-то их сделали. Поверьте мне, вы будете приятно удивлены. Покажем подробнее отдельно, что же там будет. Вот, мои дорогие, напоминаю, что шарики можно лопать до 9 числа, потом эта возможность уже исчезнет. И не забывайте посмотреть все то, что сейчас находится на сайте. Еще хочу вам сказать, что программа мероприятия у нас в этом году намного дольше, чем было до этого. То есть вплоть до 19 августа, вот смотрите, у нас тут много еще, будут проходить мастер-классы и лекции, которые точно так же будут доступны на сайте мероприятия. Вы сможете или вживую участвовать, если у вас есть такая возможность в Самаре, или вы можете посмотреть это все в онлайн. И если у вас это не получилось, вы можете на сайте мероприятия посмотреть те лекции и мастер-классы, которые у вас не удалось вам посмотреть вживую или в прямом эфире. Все будем добавлять на страницу мероприятия. Ничего не пропускайте, пока есть такая возможность. Всех жду!